В Минтруда не ведут учет работающих пенсионеров, рассказали в ведомстве на запрос портала власти. Добавили, что возможность отложенного выхода на пенсию не значит, что работающим пенсионерам перестанут ее платить. Просто желающие подкопить смогут получить большие выплаты. Тем, кто ей воспользуется, как правило, в дальнейшем назначается пенсия в большем размере за счет повышающих коэффициентов. Кто не хочет уходить на пенсию, остается работать, и ему не будут выплачивать пенсию из госбюджета. И когда он воспользуется своим правом позже, то размер его пенсии будет выше. После выхода на пенсию Галина Трацана не собиралась оставлять работу. Опытный менеджер по рекламе говорит, ее услуги востребованы. У меня есть клиентская база, у меня достаточно работы. И пока я считаю, мне очень рано сидеть дома с внуками и наблюдать закаты и восходы. Население в развитых странах стареет. Для пополнения бюджета и появилось понятие отложенного выхода на пенсию, рассказывают экономисты. К тому же можно накопить пенсию побольше. Люди, которые выходят, они еще поработали до 98 года. Они есть люди, которые работали до 98. Соответственно, накопительная часть, у нас же накопительная пенсионная система, она не такая большая. Соответственно, с этим ему в любом случае будет не хватать. Рекрутеры подсчитали, работают около 12% казахстанских пенсионеров. Это порядка 300 тысяч. Большая часть – наемные работники. Около 45% – самозанятые. Чаще всего они трудятся в сельском хозяйстве, торговле, медицине и образовании. Там существует большой дефицит кадров. И в любом случае дефицит молодых специалистов. Поэтому пенсионеры продолжают работать, да, чтобы непосредственно оказывать социальные услуги населению. При этом большинство работающих пенсионеров трудятся в Алматы, Костанайской и Актюбинской областях. Реже пенсионеры работают в Шымкенте и Туркестанской области. Эксперты отмечают, из-за небольшого числа работающих пенсионеров ожидаемого эффекта для пополнения бюджета после внедрения отложенного выхода на пенсию может и не быть. Поэтому необходимо изучить рынок. Татьяна Виковадовна, Абзиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».